Послание Отца Абсолюта от 8 июня 2023 года. Энергия единства. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу продолжить разговор о новом качестве вашего взаимодействия с другими людьми, как при непосредственном контакте, так и дистанционно. Наверное, некоторые из вас замечали, что вы начинаете чувствовать настроение, душевное состояние ваших близких и знакомых, проживающих вдалеке от вас. Причем это касается не только членов семьи, но даже малознакомых вам людей. Чаще всего это проявляется в том, что их образ неожиданно, без каких-либо причин, вдруг всплывает в вашей памяти. Но одновременно вы можете ощутить их состояние, а порой даже излучаемые ими эмоции и мысли. Обычно это свойственно матери, которая даже на расстоянии чувствует, что происходит с ее сыном или дочерью. Но теперь, когда меняется энергетическое пространство Земли, круг вашего дистанционного общения все больше расширяется, и вы начинаете соприкасаться на тонком плане со многими людьми, порой даже с теми, с кем лично не знакомы. Почему это происходит? Кроме изменения пространственно-временных параметров, о чем уже не раз говорилось в моих посланиях, еще одной причиной этого феномена является энергия единства. Все больше завоевывая энергетическое пространство Земли, она представляет собой еще одно проявление пятого измерения, в котором закон единства является одним из главных. Проявляться эта энергия может по-разному, как в позитивном, так и в негативном ключе, в зависимости от того, с кем вы соприкасаетесь на тонком плане. К сожалению, в мире третьего измерения такое соприкосновение чаще всего носит характер энергетических атак, которые многие из вас уже ощущали на себе. Так, любая негативная мысль или эмоция другого человека в ваш адрес может спровоцировать у вас физическое недомогание либо душевный дискомфорт. Большинство людей никак не связывают это с влиянием извне, пытаясь найти физические причины своего плохого самочувствия. Но те из вас, кто осведомлен о том, что истоки любого состояния человека нужно искать на тонком плане, уже могут почувствовать и объяснить себе, кто, как и почему воздействует на вас в данный момент. И легко ориентироваться в энергетическом пространстве Земли, которое является для всех вас единым, вам как раз и помогают новые высоковибрационные энергии, которые стирают личные границы между обитателями вашей планеты. И чем выше ваши собственные вибрации, тем легче проникаете вы сквозь завесу, отделяющую материальные тонкие миры, и находите того, кто повинен в изменении вашего состояния. Это уже высший пилотаж, доступный пока не всем. Но что чувствуют многие из вас, так это энергетические волны, направленные в ваш адрес. Это могут быть как волны любви и благодарности, так и волны злобы и агрессии, которые вдруг накрывают вас, несмотря на то, что вы не знаете их отправителя. Но с повышением ваших вибраций вы начинаете гораздо лучше ориентироваться в новом энергетическом пространстве Земли, без труда узнавая тех, кто посылает вам те или иные энергетические импульсы. И в следующий раз мы поговорим с вами о том, как вам следует на них реагировать. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».